Всем привет, дамы и господа, и подписчики моего канала. Вы на канале Отличник Лайф. Не забывайте вводить мой промокод, потому что я играю на проекте Amazing Online, а именно на сервере Azure. По команде Slash Promo вы вводите всего лишь мой никнейм Левонти и получаете на 5 уровне 100 тысяч рублей, а на 10 уровне 200 тысяч рублей. Этих денег хватит, чтобы приобрести неплохую тачку и квартиру. А сегодня в данном видеоролике мы направляемся с вами на Батыревское водохранилище, чтобы покататься там, потому что недавно добавили новое зимнее обновление. Я хочу подрифтить на своей Ешке, опробовать ее на деле, ну и поспавнить какие-нибудь другие машины, тоже их опробовать, потому что это тоже немаловажно. Итак, мы направляемся. Я уже заправил свою Ешку. Напомню, что она у меня на аудиосистеме, на третьем чипе. И по сути, она должна выдавать неплохие результаты за счет скорости. Но, как мы знаем, она, к сожалению, вообще боком не ходящая машина. Ну, вот, как-то так она ходит, но ее сразу выравнивают, как будто она переднеприводная. Давайте посмотрим, какой у нее все-таки привод. Чтобы посмотреть, какой... Нет, все-таки задний. Так, я застрял. Ага, я в молоке, ребят. Ничего страшного, бывает. Вот оно у нас водохранилище, давайте на него сворачивать будем. И будем по нему уже кататься и наваливать, дрифтить. Ага, так, все, мы тут. Погнали! Не, ну слушайте, машину сносит, и она как будто дорогу не держит. Ну-ка, надо сначала посмотреть, что там такое. Это, наверное, кинотеатр какой-то, да? А что они смотрят? Они тут фильмы смотрят. Посмотрите, тут кинотеатр есть, ребят. Блин, ребят, это реально круто. Тут даже есть кинотеатр, можно посмотреть фильмы, подъехать. Но мы приехали сюда не за этим, мы приехали сюда подрифтить. Давайте посмотрим, как вообще Ешка держит дорогу или нет. Ну так, что-то спорно. Если разгоняться и крутить руль, я пытаюсь как-то дрифтовать, знаете, пробелом. Все равно ничего толком не получается нормального, как-то ее сносит. Но это тяжело, тяжело воспринимать. Тяжело воспринимать то, что мой автомобиль не едет. Так, мне холодно еще. Включаем печку. Не, ну это жесть, у меня Ешка вообще не дрифтит, у нее как будто стаба включена, и ее обратно, то есть из-за носа она выходит резко. Видите, машину абсолютно не сносит. Слушайте, ну давайте другую тачку заспамим, я что-то не вижу смысла даже на Ешке пытаться дрифтить, потому что у меня не получается этого сделать. Давайте попробуем заспамнить, наверное, какую-нибудь более дрифтовую, кочевую машину, может какую-нибудь М5Е60, да, как вариант. Машина вполне себе должна дрифтить, почему нет? Опробуем ее в деле. Во, вот это уже поинтереснее, потому что я даже не работаю пробелом, она входит в необходимые для себя повороты. Можно двери закрыть? Можно не двери закрыть, можно лицо закрыть. Ну, вот М5Е60 нормально входит боком, смотрите. То есть, если сконтролировать, если на нее чип поставить для большей скорости, она прям нормально будет дрифтить. От первого лица как? От первого лица плохо. Ну а так, в принципе, нормально. У всех зимние колеса, зимние шины. Тут добавлены биотуалеты также стоят. На всякий случай. Но это, дорогие друзья, круто. Слушайте, ну я слабо как-то закрываю трассу, мне кажется. Потому что... Ну, Бэха, она ходит боком, в отличие от Мерса моего. Спасибо. Давайте отключим. Так, я посмотрел достаточно, по-моему, елки. Фильм меня прям воодушевил. Но давайте попробуем другую машину, скорее всего, потому что, ну, на Бэхе что-то у меня не получается толком ничего наделать. Давайте попробуем Mercedes, например, G63. Или просто G60. Ну, 63, нет. Вверх, G63. Попробуем на гелике подрифтить, что это, может, из этого получится. Он, может, ходит боком все-таки. Не, ну, всех всем Mercedes как будто на стабе тут, ребят. Их очень плохо сносят. Они очень плохо ходят боком. Потому что у них включена стабилизация, как будто, видите, ее просто сносит Mercedes. Давайте тогда другую машину попробуем. Даже не знаю, какая для дрифта подойдет. Может, Supra? Может, Supra все-таки более покажет нам какие-то интересные результаты. Ну, судя по разгону, нет. Судя по всему, нет, да? Как-то это слабо и жиденько получается.
такое, ребят, ну такое. Прям что-то не очень, я скажу вам так. Давайте тогда вообще не будем пытаться ничего делать. Сходим в биотуалет, его заценим. Я думаю, это поинтереснее будет. Вон, можно руки заодно тут помыть. Какую бы машину еще заспамнить? Импреза мне нравится. Может, на импрезе мы подрифтим чуть-чуть хотя бы? Не, импреза тоже не сносится. Она просто летит куда-то и все. Ну вот, ребят, такая попытка дрифта получилась, к сожалению, неудачная. Машины не дрифтят, только BMW. BMW M5 E60 показала неплохие результаты, я поэтому советую вам лично поехать на Батареевское водохранилище и там подрифтить, посмотреть какой-нибудь фильм, как я, «Елки 3», например. Вот, всем желаю добра, позитива, всех с наступающим Новым годом. Не забывайте вводить мой промокод Леонти на сервере Amazing Online. Он даст вам на 5 уровне 100 тысяч рублей, на 10 200 по команде Slash Promo Леонти. Он у вас сейчас на экране. И всем пока-пока.